Retro Console Team. Приветствую вас, дорогие друзья. С вами я, Данил МБ, а значит, вы на канале Retro Console Team. Золотые мои, сегодня мы поиграем в одну из замечательнейших игр на Денди. Эта игра на самом деле по заявке одного из наших подписчиков, наших коллег, для Марии, для канала Мария Фан. Она была у нас на премьере нашего видео в Черепашках Ниндзя, где я с дочкой играл с Вероникой. Вы помните, наверное, мы проходили Черепашки Ниндзя на Сеге. И в комментариях она написала, что было бы круто, если мы бы сыграли, записали видео на Чип и Дейл на Денди на 8-бит, да? И сегодня мы сделаем что? Сегодня пройдем Чип и Дейл первую и вторую часть сразу же. Ну а что тянуть? Слишком часто беда стучится в двери, но не трудно в спасателей поверить. Лишь стоит только их позвать, друзей не надо долго ждать. Чип-чип-чип-чип и Дейл к вам спешат. Чип-чип-чип-чип и Дейл лучше всех. Они всегда спешат туда, где ждет беда, там, где они всегда успех. Чип-чип-чип-чип и Дейл к вам спешат. Чип-чип-чип-чип и Дейл лучше всех. Они всегда спешат туда, где ждет беда, там, где они всегда успех. Чип-чип-чип-чип и Дейл к вам спешат. Чип-чип-чип-чип и Дейл лучше всех. Чип-чип-чип-чип и Дейл спешат на помощь. Шикарная, классная игра, разноплановая такая, достаточно интересная. Ну, надо кайфануть и получить удовольствие. Ну и в процессе мы, конечно, с вами обязательно поговорим. Друзья, те, кто нас видит впервые, подпишитесь на наш канал на Ютубе, также на Рутюбе. На Рутюбе, между прочим, очень действительно круто и интересно, и канал наш двигается тоже очень хорошо. Я вам даже скажу, что, наверное, даже чуть лучше, даже чем на Ютубе. Вот. Но там немножечко, наверное, какая-то другая, возможно, атмосфера. Вот. Но на Ютубе тоже мы двигаемся и стараемся для вас. Хочу сказать большое спасибо, конечно же, Алексу Скаю за оформление, за музыку, за его вклад. Алексу Спейсу тоже за оформление и за продвижение и помощь. И сегодня мы, конечно, повторюсь еще раз, для Мария Фан мы проходим эти игры. Между прочим, мы сегодня будем играть непосредственно на моей дорогой приставочке, на Денди Джуниор. Вот она, моя дорогая, любимая ласточка. Вот. И сегодня мы будем непосредственно напрямую с нее играть. И картриджей Чип и Дейл у меня нету. У меня есть вторая часть отдельно на картридже, но она в общем сломана и как-то плохо, то работает, то не работает. Но хочу также поблагодарить своего подписчика Zolman34, который написал на Рутюбе, на нашем канале под комментариями. Он оставил свои комментарии и вот по почте прислал мне вот такой картридж. Это, ну, новодельная многоигровочка на 268 игр. Вот, действительно, ну, прикольный картридж. Я проверил все, вот прям все, прям пошел поголовно проверять все эти игры, насколько они там адекватно работают и так далее. И я вам скажу, что приятно вот удивлен. Действительно, ну, все классно, здорово работает. И там игрушки с хорошим качестве. И классный список, на самом деле, игр. Там и Чип и Дейл, и там все части, и Бэтмены все части, и Ниндзя Гайден, и там все части, и там Контры. И, ну, такие достаточно самые популярные, известные хитовые игрушки все там есть. Да, можно там добавить еще там от балды там
игр К10, например, на полного счастья вообще. Но, с другой стороны, тех, которых у меня здесь нет, они у меня есть отдельно на картридже. Так что спасибо тебе огромное за такой подарок. И, блин, ну, большинство игр мы, наверное, будем проходить с нее, если у меня нет их отдельно. Вот. Ну, давайте. Включаем. И погнали. Вот, кстати, вот этот картридж, смотрите, тут, да, есть какие-то там Куинг Сён Дзенба, Кси Ён Джи, да, ну а дальше черпашки 3, черпашки 2, Флинстоуны, Стрит Файтер, Текен, Мегамены, смотрите, Марио, это, смотрите, третий Марио, второй Марио, Супер Марио, Марио 16, Кирби, Контра, первая, вторая, Форс у меня есть, Шакалы, Джакал, да? Rush Attack, Side Pocket, Double Dragon, первая, вторая, третья, Adventure Island, вот 4 части, Chip and Dale 2 части, Ninja Gaiden 3 части, еще первая, четвертая, Черепашек, тут Snowbrass, Тини Туны, Робокопы, смотрите, все части, Hot Blood, Hot Blood, Gunsmoke, Mighty Final Fight, вообще шикарнейшая игруха, надо ее обязательно пройти, Цирк Чарли, Донки Конги, Excite Bike, ну, Карате, Лунер Болт, я просто вижу, Галаксиан, что такое, это вот Ниндзя 1, 3, вот эти тоже прикольные игрушки, Пакман, Папай, Sky Destroyer, вообще просто обалдеть. Ну, ёпперс, это Сон-Сон. Классная игрушка тоже, вообще обожаю ее просто. Обратно, назад, будущее. Тетрис, вот этот классический. Ну, ё-моё, ну просто, ну, действительно, прикольный, прикольный. Спай Хантер. Ну, интересные, крутые игрушки. Здесь нет вот этого, знаете, какого-то вот неизвестности, как Король Лев. Ну, там Мегамен 3 в конце почему-то болтался. Ну ладно. Понимаете, ну, интересный картридж на самом деле. Давайте запускать, и понеслась. Вот как раз первая и вторая часть. Давайте. Ой. Ну, естественно, мы поиграем чипом по привычке. А заметьте, кстати, 10. Японская версия. Сейчас я немножечко расскажу, что я помню о Чип и Дейлах. Но сначала, как игра. Я в одном из видео рассказывал то, что когда я был еще маленький, у меня старший брат есть, и мы достаточно часто играли в Дэнди. Кстати, я вам сейчас честно скажу, я не играл в Чип и Дейлов, ну, приличное количество времени, то есть я вот сейчас просто вот на шару включил и все. Почему я так делаю? Потому что я вот считаю, что главные эмоции, я не передам вам своих эмоций, если я в них играл там совсем вот, не знаю, вчера бы я играл, и ну, я бы их не передал, и вы бы не поняли, потому что очень много блогеров и стримеров, которые, да, вот, ну, проходили эту игру, вы это можете посмотреть. Но свою атмосферу я бы вам не смог передать, если бы я постоянно проходил. Я просто помню, что плюс-минус. Ну, наверняка будут какие-то проигрыши, но что-то я помню. Будем играть по памяти. А так вот, когда мы с братом играли, у нас была... Была Дэнди, да, и вот Джуниор. И у нас был картридж только второй части. Причем, по-моему, если мне память не изменяет, это была вообще многоигровка. Там была только вторая часть. А у... А что, не спуститься? А у соседки, у Юлии... Юля, если ты меня видишь, вдруг... тебе огромный привет... А у нее была первая часть. И когда мы вторую часть с братом прошли,
я постоянно бегал к Юле и просил, чтобы она дала этот картридж. И мы его... Мне, кстати, показалось на тот момент, ну, в принципе, и, наверное, и сейчас, возможно, тоже так думаю, что, наверное, первая часть посложнее будет, чем вторая. Хотя, ну, не знаю, кому как она давалась. Блин, как круто играть без эмуляторов. Реально круто. Даже слышно, да, вот по звуку, что она... Так, первый босс. Ну, здесь есть, конечно, суперскоростные ребята, которые там в полете ловят. Но я не буду. Зачем? Я вас этим не удивлю. Я могу это сделать, но я не буду. То есть оно делается вот так вот. Потом он заново ловится, опять бросается наверх. Очень быстро убивается. Но так как мы не спидраним, нафиг это надо. Так, здесь, по-моему, звездочка где-то там наверху, по-моему, должна быть. Вот тут вот. Вот тут, наверное. Нет, нифига. Так, Толстопуз Иваныч. Вот это прикольный уровень. Друзья, но... Что можно сказать о Чип и Дейлах? Ну, один из самых популярнейших, наверное, мультсериалов. Вот, ну, вот, да, там наряду там с черепашками, там, с трансформерами, Винни-Пух, там, Черный Плащ. Ну, а Чип и Дейл, ну, имело какой-то прямо, наверное, особый какой-то статус. Каждый божий день я смотрел Чип и Дейла. Если мне память не изменяет, то как их показывали? Там сначала была... Какие самые такие популярные мультсериалы были? Вот, наверное, помните, это, наверное... Вот, которые прям подряд показывали это. «Чудеса на виражах», да? «Черный плащ», «Чип и Дейл», «Винни-Пух», «Мишки Гамми». Вот я еще помню, «Мишки Гамми» еще показывал. «Чокнутые» помню. Кстати, игра «Чокнутая» очень прикольная. Она, по-моему, на Sega или на Super Nintendo есть. Надо ее обязательно запилить. Она очень прикольная, красочная. Там классная графика. Ну, интересная, на самом деле, игрушка тоже. Так вот, Чип и Дейл, например, моя дочка младшая, она смотрит и ей нравится. Она постоянно смеется и угорает над этим Рокки, который постоянно говорит «Сыр!» с такими огромными усами, которые превращаются просто в колючки. Я вспомнил. Ой, это было что-то. Но на него смеется, но ей, конечно, нравится Вжик. Вжик вот этот вот. Мух. Маленький такой... их самый младший, скажем так, научный сотрудник, который на самом деле очень-очень часто выручал. Очень часто выручал. Самый маленький, но самый нужный. Чип у нас такой прям детектив. Он такой прямо этот, с шляпой такой, он прямо такой Индиана Джонс. Интересно, смотрите, как мы его и убили, и нас победили. А, нет, нет, у нас одно сердечко оставалось. Все честно. Все честно. О, жизнь. Ну, конечно же, гаечка. Как же без нее. Ой, вот этот уровень с игрушками классный. Это типа у нас этот... магазин игрушек. Друзья, я не буду тут бегать за какими-то баллами, очками, там собрать максимальное количество жизней, наловить больше орехов, тут найти какие-то, может быть, бонусные уровни или что, я не знаю. Мы просто играем, я повторюсь, мы играем в кайф, ерундой не страдаем, с спортивным каким-то прохождением королевским.
не занимаемся, зачем это надо. Есть... Это совершенно другая категория стримеров. Ну, просто кайфую. Ой, здесь... Здесь, короче, чтобы они вот так стукнули. Ой, здесь действует часто... Блин, о, попадос. Придется ждать. Ну, все, да. Вот вам из детства. Давай. Блин, реально, как в детстве? На том же джойстике, на той же консоли. Так, вот эти вот коробки, они... На самом деле, если мы их заранее не вырубим... О, орех! Танис лучше взять. Ну-ка, погоди, я кое-что вспомню. А, все. Че это мы? Ну, Алексей, конечно, да. Ну, ничего. Алексей уже под 40, если что. Алексей под 40, он с вами сейчас играет в Чип и Дейл. Можно и простить. Вот этот петушара. Вот этот вот. Ой, как он мешал. Так, ну здесь у нас, значит, надо выключить. Здесь аккуратненько. Здесь нужно прыгнуть. Так. Наверх. Орех. Все нормально взяли. Все, уходи, уходи. Здесь надо, здесь останавливаться, вообще нельзя. Подорвемся сразу же. Вырубаем эту штуку. О, здесь, к сожалению. Ой, я вспомнил какой. Раз, 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 пролетели. О, здесь я любил застреливать. Просто турбо Б и все. Беда в том, что там нифига нет. Ребят, в ближайшее время ожидаю две классные посылки. Опа! По лампочкам он прям. Блин, это не очень удобно. Здесь самый идеальный вариант, если вы будете попадать в него в этот... Дважды можно в него попасть. То есть, ну, вот когда он максимально к вам близко подойдет. И тогда... Вот как сейчас. Помидор пройдет по нему дважды. Вот так. Ну, тут все просто... Игра не сложная. Но очень позитивная. Так, идем дальше. Ой. Вот здесь будет самое такое неприятное место, которое помнят все. И я даже не знаю, пройду ли его сам сейчас. Это там, где будут маленькие такие перекладины. И они будут постоянно исчезать. И нужно будет как-то успевать перепрыгнуть и пройти. Надеюсь, нам повезет. Даже опытные игроки там могут слиться. Такое бывает. Ну, просто некомфортный такой момент. Вот он. Так. Видите как? Thank you.
Вот и все. Нормально. О, жизнь. Мощь. Алёша 40 лет. Ну, не 40, 39. Ой, почему я так оборачиваюсь, ребят? Просто перед лицом целая люстра светит в шар прямо вот сюда, в глаза. И она немножечко перекрывает геймплей, но... Зато меня хорошо видно. А, кстати, между прочим, все благодаря вам. Все какие-то нововведения, все какие-то приобретяшки там, да, для трансляции, они... Благодаря вам, ребят. Большое вам спасибо. Кто хочет поддержать наш канал, и кому интересно, у нас есть ссылочка для донатов, и мы всегда будем вам рады и признательны, если вы нас поддержите и поможете. Кстати, я знаете, что хочу сказать, что вот я сейчас играю на обычный Dendy Junior, без всяких там 60 кадров там, да, вот там симуляторных там или 50. И так кайфово. Я никакого-то дискомфорта какого-то вообще не ощущаю. Наоборот, ну, то есть, ну, я в этом вижу какой-то этот, не знаю, шарм что ли какой-то. Ну, действительно круче играет. Интересней. Не знаю почему. Этот, ностальгия появляется, реально. Симулятора нет. Как будто ты, ну, да, поиграл. Прошел и забыл. О! Один ур. Ой, я забыл, что они это взрываются. Так, местечко. А я помню, тут лежала звездочка. Полетели. Блин, вот эти вот пчелки, они очень... Вот интересно, если бы они в эту игру добавили бы еще персонажа, например. Очень слухов ходит немало о каком-то ремейке игры. Мне кажется, был бы обалденский просто. А, вот еще жизнь взяли. Нифига себе, Алексей Сергеевич! Даете. Так, вот этот дурацкий уровень. Здесь есть место одно. Так, я так передвинусь. Вот здесь вот нужно стоять. Обогайте. Или нет, вот здесь. Вот тут. Смотрите. Вот здесь уже... А, нет. Пойдите. Блин, хотел подряд закидать. Ну ладно. Так, ладно, значит не получается. Ближе. Вот так. Вот и все. Ну как-то так, в общем, вы поняли. Ну а как еще с ним? Вот я... Вот так, все, мы спасли гаечку, как я понял. Все, полетели. Так, ну тут уже у нас какие-то космические уровни. Ну вот, три уровня осталось. Ой, май гадабл. Вот эти крабы. Да. А вам ничто, никакую
этот уровень не напоминает вам еще в какой-то игре? Ничего? А вспомните... Черный плащ игру. Уровень, по-моему, третий. Где он тоже там в канализации. Очень похожий. Немножко есть. Да, там фон, по-моему, зеленый такой, правда. Здесь синий, но вот эти вот трубы очень похожи. Так, видите, здесь должно быть у нас какая... Так. Да-да-да-да-да. Да ты ж моя золотая. Звездочка. О, это эти белки. Ах ты, японский ты бог. Ну ладно. А что, нельзя туда, что ли? Ой, орех дали. Так, сейчас здесь будут опять... Еще мы звезду взяли. Ё. На! На! Как я их помню, этих белок. И один ящик в запас. Погодите, а здесь вроде... Вот так. Так, здесь должны быть... Парам-парам-бам. Не понял, что я умер, конечно, ну ладно. И музыка очень нравится. Музыка действительно классная. Ну, блин, легендарная игра, легендарная музыка. Ничего. Это же, ну... Мало кто, наверное, не играл в Чип и Дейл на Денди. Ну, это же... Как? Вот что делать? Сейчас мы ящик возьмем. Вырубим краба этого. А он нас вырубил. Давайте вот так чуть-чуть сделаю. Вот так вот. Все, сейчас лучше не видно. Все, сейчас все пройдем. Так. Здесь, кстати, по-моему, должны быть орешки. А, звездочка. Тоже хорошо. Да что ж ты, Себастьян, ты Перейра, блин. Вот эту штуку взять, наверное, сейчас нам будет очень удобненько. Да. Ой! Нормально. Еще звезда. Так, здесь белка. Так. Белка. Слева белка сейчас. Да гусь ты красный, блин. На. Стали, блин. Так. Белка. А-а-а. Да там, наверное, какой-то был секрет, но я его не помню. О. Давайте посмотрим, здесь что у нас есть. Ничего нету. А, орех мы взяли. Ну, тоже ничего. Так. Здесь будет... Так, медведи пошли. Ах ты, гусь. О, понеслась. Все. Так, сейчас босс. А кто там? О, жизнь! Нормально. Нормально идем, да? Ну, два раза проиграли, но... Зато мы жизни сколько нахватались с вами. Красота! О,
Вот здесь вот таракан вот этот. Он там сидит в кружке, смотрите. А он не захотел со мной разговаривать. Во, страусяра. Ой, я помню, сейчас, короче, будут моменты, где им надо в ноги стрелять. Вот так вот. Если вы будете ему кидать ящиком в клюв, то он его, этот ящик проглатывает и выплевывает обратно. Поэтому, ну, тут надо... Вот, вот этот момент, да-да-да. Вот, вентилятор. Ведь он дует. А здесь вообще обратную сторону. Здесь надо не попасться на эти кнопки. Здесь его нафиг припрыгнем просто. А вот тут вот уже... Здесь нужно попасть. О, отлично, ведь как мы успел раз попали. Так, а здесь надо через ящик, наверное, лучше. Давай, 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 давай. Блин, опять. И опять этот гусь там. Блин, вот этот. Нормально, пап, все, ноджу, как он нос. Ой! А здесь надо так вот. Оп! Ювелирненько так. Чпоньк. Все. О, Рокки с сыром. Он даже не замечает нас, идет просто за сыром и все. Ломает стены на своем пути. Так, вот здесь, по-моему, орех должен быть. Хотя он нам нафиг... Нет, нет. Нормально. Здесь что у нас? О, вжик! Все, понеслась. Что мы взяли? Орех. Вот этот здесь, конечно, вот эти мухи нам сейчас. На-на-на. Не буду брать эти штуки, боксом. О! Пазл. Здесь, короче, место есть, вот оно. Ребят, вот, вот тут, по-моему. Вот эти, вот тут бьем. Он разваливается. И вот тут вот, вот, вот где я стою. Местечко. Ну а чё нам? Па-да-да-па-пам-пам-пам-пам-пам. Да. Чё-то помню. Ну и... Последний, что ли? Да. Ну, последний уровень здесь уже, он такой повеселее. Здесь уже можно и продуть. Как нифиг делать. Ящик лучше с собой таскать. По возможности. Здесь уже сейчас всегда кто-то над нас будет. Да, вот здесь я не помню. Здесь вот, по-моему, лучше снизу, наверное, его запрыгивать. Не помню. Давайте попробуем снизу запрыгнуть. Но мне кажется, что надо сверху. Ну, нормально. Отлично. Идем. Так, здесь носорог должен идти. Ой, вот эти вот, жулики. С присосками. Блин, музон какой крутой. Кстати, надо найти. По-моему, Алекс Скай делал музыку по ЧПДЛам. Если она есть, я обязательно ее добавлю. Так, вот здесь вот момент тоже такой себе. А здесь вот, здесь замануха, короче. Лучше не ведитесь. С этой звездочкой. О, Геннадий вышли. Ё-моё. Ну вот, короче, вот эти моменты. Так, лучше с собой ящик брать. Так, у нас одно сердечко, поэтому... Но здесь вот должно быть... Должен быть орешек. Нифига, посмотрите.
Ну где? Ну был же. О! Что-то помню. Ну, реально, как первый раз похоже. Так, здесь будет этот самый... Есть интересный момент, по-моему. Так. Да, здесь будет вот этот вот. Нужно вместе с ящиком идти. Блин, не получилось, но мы прошли. Ладно. Давайте найдем. Так, не надо, давайте ему сюда запрыгивать. Блин. И прикиньте, с самого начала и все. Ну, не с самого начала. Да. Это вот последний уровень, конечно. Ну вот это два таких самых неудобных момента здесь. То есть здесь нужно кинуть вместе с ящиком. Бежать, по пути ловить. Вот только так. Ничего. Дойдем. Ну, здесь вот чувствуется, да? Вот чувствуешь, что это последний уровень, что, да, вот тут уже надо постараться, чтобы дойти уже до босса. Ну, хорошо. Так, ну что, орехи у нас. Смотрите, здесь у нас... Блин, ребят. Да не, не. Ну, здесь жизни, конечно, можно и насобирать, да, но постоянно начинать с там почти сначала вообще не весело. Надо дойти до толстопуза. Так, орех. Орешек. Так, понеслась. Раз. Блин. Чё-то я не понял. Давайте вспоминать. Очень неприятное местечко. Так, собрались. Да ёпрасоте, вот прямо как обязательно надо было здесь. Как же тут проходить-то? Я помню, что я кидал и вместе с ящиком шел и по пути еще один ловил, тогда смог отбиваться. Давайте так. Вот так как-то. Ну блин.
Давайте, если не помрем хотя бы, давайте, может, найдем ее этот орех-то. Должен же он быть. Ну, жизнь дали, ну окей, ну орех-то дайте. Орех дайте. Что-то страшно туда идти уже. Вот он, босс, вот он, вот он. Ладно. Короче, поняли примерно, как мы там действовать. А значит... Значит, все будет плохо. Да, здесь, конечно, желательно бы максимальное количество жизни сохранить. О, ну давайте... Есть ли смысл с одним сердцем проходить? Ну хоть бы они тут орех бы дали, вот, ну вот какой-то, я не знаю, ну, а нет его. Не, нет, там вот есть один орех, сейчас мы вот возьмем. Но этого мало, надо три. Или два. А, все, мы полностью нормально. Где-то. Точно. Ну что, понеслась, что ли? Раз. Смотрите. Раз. О, нет. Местечко богов. Так, здесь лучше отсидимся вообще и все. Иди, 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 иди. Зеленый-то. Смотрите, как мы хорошо прошли этот отрезок, да? А потому что что, натренировались. Здесь бы еще было так же было бы. Бы-бы-бы-бы-бы-бы. Давай. Ну дайте орех-то. Нет. Откуда ты там взялся? Откуда? Откуда ты взялся там? Зеленый ты. Бегемот, блин. Да, тут, конечно, с одним сердечком. Ну, я... Че-ничего. Нафиг. Все, сели, спрятались. Нет меня. Все, одни глаза и коробка. Идите, идите. Идите. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути орех тебе не верну. Так. Во! Ну
Давай. А ты нафиг иди отсюда. Офигеть тут жизни вообще. А здесь что-то было, не? Идеально был. Так, а здесь самое главное нам не попасть под сигаретку. На нем можно, кстати, и нормально слиться, кстати. Я не помню, есть ли здесь какое-то место у него прям такое, ну вот это, ну, где можно было бы скрыться прям вот так, ну, какой-то вот. Потому что он тут, по-моему, он рандомно плюет. Или нет? Нет, не рандомно, ребят. Ка! Та-та-да! А, какие вы молодцы. Я доволен. Спустя такой промежуточек не маленький пройти эту игру. Все равно хорошо. Приятно. Ну, здесь вот по-японски написано там. Вы победили, все дела. Блин, жалко, что здесь вот какой-то вот. Ну, вот это все. То есть, ну, вот. Вот тут они сверху, вот снизу написано что-то там. Вы победили, прошли. Никакого мультика, в конце какой-то заставочки. Как-то все это, ну, поприкольнее сделай там, как Ниндзя Гайден, как там в черепашках, может, каких-то, или что-то еще в конце. К сожалению, нет. Так. Та-та! Красота, да? Чип-чип-чип-чип-эдэл, к вам спешат. Чип-чип-чип-чип-эдэл, лучше всех. Они всегда спешат туда, где ждет беда, где... Красота! Давайте, не отходя от кассы, прямо вторую часть. Ребят, блин, мне очень понравилось, реально круто. Вот первая часть, столько эмоций. Блин, для меня она более сложная, чем вторая. Сейчас посмотрим, как мы ее, собственно, принесем, эту вторую часть. Ее я тоже очень долго не играл. Ну, круто, круто. Давайте, давайте продолжать. Отключаемся. Так, Чип энд Дале 2. О, сейчас крутое начало будет. Давай. И вот они появляются. Опа! Тоже японка, что ли, какая-то. Смотрите, иероглифы. Ну чё, понеслась. О, здесь она уже такая... Так, знакомые нам уже пчелочки. Вот вторая часть у меня была в детстве на картридже. Здесь... Да. Здесь просто есть варианты, когда можно просто, ну, найти момент и, ну, максимально там быстренько пробежать. Если в первой части там нужно обязательно как-то проходить через... О, знакомые нам уже ящики падают, если там из них какие-то мыши вылезают. А, успел, смотрите, если бы я еще не успел, он бы отбил этот, мой этот ящик и долбанул бы мне прямо... Отбил бы ложкой обратно. Ну, тут прям проскакиваем. Нафиг надо все. Проскакиваем. Мы тут на какой-то кухне. Вот здесь внизу сидит, смотри. Все, вынесли. Вот здесь я не очень шарю.
Но суть в том, что здесь как-то можно было пропрыгать, я так и не сообразил как. По сути, то есть как-то на крышках, на пробочках на этих перепрыгиваешь и попадаешь на сам верх вот за этой звездочкой. Особенно мне очень нравится, вот я вот сейчас вот вспомнил уровень, где такой дом ужасов какой-то такой. Там привидения вот эти все, вообще класс. Там музыка такая интересная вообще. А здесь игра все же поразноплановее немножечко. Вот здесь уже видите, как он подкидывает там раз, печеньку. Ну и второму, которого нет. Ну, сегодня я один играю. А, кстати, вот этот... Напылесосить. О, здесь, кстати, при желании-то, кстати, можно и на первом боссе это самое слиться, как нифиг делать. Здесь, короче, фишка в чем? Где вы... О! Можно подводить босса. И он тоже может в него попасть. А по идее, там, где вы стоите, скорее всего, с той стороны упадет ящик. Вот смотрите, буду здесь стоять, упадет дело здесь или нет? А, нет, на него. Ну ладно, хорошо. Но здесь есть какая-то, как-то можно подловить. Вот-то. Посмотрите. Давай. А мы успели. На. Ну тут видите, буквально сколько там? Три раза, что ли, все. Заставка классная, да? Бухгалтер посчитал. О, круто. Есть, короче, смотрите, я как делал. Я сделал с прыжка. Вот смотрите, вот сейчас раз. Вот так вот. Надо же, получается еще. Ничего себе. Алексей. Вот, вот. О, Бэтмен полетел. Зеленый. Ну круто, ну посмотрите, как классно. Ёпарасоте. Так, вот здесь это какой-то... Не помню как, но там наверху есть интересная секреточка. По-моему, вдвоем, по-моему, надо делать. Один берет второго и бросает его вперед, вот так вот. Он туда пролетает, нажимает на кнопочку, и здесь, по-моему, открывается дверь или что-то типа того с дополнительным бонусом. Видите как, даже здесь они такую интересную штучку продумали. Классно. На. Орех будет у вас? Можно у вас орешечек попросить? Будьте любезны. О, спасибо. Давай, вылезай. Да на, не свисти. А еще орешек будет где-нибудь? Нету. Так-то. И, вот я и не люблю, я вот... Должен быть орех здесь. Да, yes. А, на снизу. А, мы видели тебя. А легко, кстати, заметить, что там сидит какой-то противник. А обычно этот ящик немножко выделяется. Он такой, знаете, не коричневый, а красноватого такого оттенка. И сразу видно, что там что-то есть. Это что это у нас? А! Кот, который этот, льдом какой-то бросается. Здесь, короче, нужно стоять максимально вот так вот туда, чтобы воздухом вот так вот. Вот так вот ближе. Ближе к серединке, и тогда он кинет их ближе к серединке. Ой! Здесь очень дальше получилось, ладно. Такой Бэтмен прямо, смотрите, да? Так, третий раз, а он не помер. И сколько же раз, извините, пожалуйста? Четыре, наверное. Нет, не четыре. Наверное, пять, значит. Давай. Не пять! Шесть, что ли?
6. Мне нравится звук, когда пересчитывается. Крутяк. Я не знаю, я так с детства делал. Так, две жизни. Будем ловить. И... А, получилось. О, здесь круто. А здесь мы прямо в каком-то... На каком-то корабле. Так, ежей надо тоже лупить сзади. Вот эти птички, вот эти мухи, они какой-то пыльцой плюют. Видите, как если спереди... О, спереди в него кинешь. А здесь... По-моему... Или нет? И значочки есть, видите, какие интересные были. Если в первой части там были значки... баллов такими серенькие, здесь они такие красненькие, написано Rescue Rangers, спасатели. Давай. На. А зачем я тут сижу? Мне же орехи не нужны. Так, вот здесь вот, по-моему, был, есть какой-то бонус, но надо его, по-моему, вдвоем делать. Али нет? Али нет? Вот он. А, ну все, нам тут просто дадут печенюшку и все. Все, понеслась. По-моему, здесь где-то есть уровень, как, какой-то секретный момент, где... Можно, по-моему, в баскетбол играть. По-моему, был такой. Ребят, напишите в комментариях. Вроде был. Да. Не помню, где только именно. Ну, точно здесь. Ну, в этой игре, в этой части. И много-много диких обезьян. Так, здесь у нас будет такой тюлень. Так, что будет? И постоянно уровень вверх поднимается, видите как? Вот в второй части, вот реально они тоже постарались. Сделали ее немножко другой, немножко интереснее. Она более динамичная, кстати. Намного более динамичная, чем первая часть. И боссы разные. Ой, блин, сейчас подстава будет. Нет, все. Ай! 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 Вот сбился с курса, все. Не, живой, нормально. Все. Здесь главное держать темп. Не падать вниз. А так, спокойненько, планомерненько пробираться. Выше и выше. В таком темпе. Так, вон ящик. Давай, прыгай. Ах ты так, ты, значит, решил сразу же, да, пойти? Ну, на. Вот и все. Жизни. И надо же, даже с той стороны словил. Так, сейчас будет, кстати, прикольный уровень этот в холодильнике каком-то, в морозилке какой-то. Вот музон здесь крутой. И на время здесь, кстати, заметьте, здесь 3 минуты все дается. Здесь прям нужно нестись, короче. И здесь фишка в том, что здесь скользко. Останавливаться не надо. А в первой части, например, нет уровня на время. А здесь вот. Сейчас летать будем здесь. Все, нормально. Так, так, тихо. Пингвиняу.
Так, сейчас будем здесь летать. Так, что делать-то? Я забыл. Кстати, здесь! Нет, нет. Блин, я думал, показалось, что здесь должен быть орех. Ну и бог с ним. Сейчас мы с вами его... Так, здесь должен быть... Да, вот он. Хотел нас... Ну вот. Так вот, ювелирненько мы с вами... За минуту, вот там. За минуту 10 прошли. Ну, он такой коротенький здесь. Если как бы знаешь, как его пробегать, то ничего сложного. Так, жизни. Вот так вот. Вот он уровень. Вот. Давайте я чуть-чуть помолчу. Послушаем музон. Реально круто. Здесь кидать нужно вот этим привидениям, собакам, чисто в лицо, короче, в морду прям. Иначе никак. Круто, да, придумали? Смотрите, внизу еще ручка стукает такая, типа. Ай! Кстати, здесь тоже интересный прикол есть, по-моему. Тут вроде по свечке какой-то набегает. Будет выключаться. Или здесь. О! Ой! А что это? Он получается, что он это, что ли, проходит? И смотрите, здесь вот он череп такой, видите, на этом, на портрете. А включается там уже. Человек уже. Здесь, кстати, в этом уровне тоже какой-то был, по-моему, секрет. Вот если наверх подняться или вниз, там какая-то разница будет. Вон там. Ну, по-моему, кстати, может быть... Хотя... А, нет, значит, я путаю. Значит, здесь просто бонус на печеньку. Ну, ладно. Вот она. Бабушка! Здесь нужно, по-моему, туда он. Здесь тоже есть какой-то лайфхак, сейчас вспомню. Здесь нужно под нее. Оп! И тогда поймаете. Здесь нужно поймать, что будет. То есть оно вот так вот? Нет, здесь оно. А, вон оно же. Сейчас мы его... Здесь нужно угадать, что она делает. А, вот здесь уже нельзя. Здесь просто... А-а-а! Вот если под нее подходите, она будет вот так... Нет. Значит, нет. Она обычно, если вот подходите вблизи, она начинает этот режим, где начинает скидывать камушки вот эти. Вот так вот. Нифига себе, вы смотрите, ничего не хочет. Раньше работало вроде. Ну давай, скидывай там. Да ты издеваешься, что ли? Дорогая, ты оттягиваешь неизбежное. Оттягиваешь неизбежное. Мы все равно тебя пройдем. Давай. Ты посмотри, а. Ну, хорошо, я не буду тебе подходить. Давай, я буду стоять здесь. Что ты сделаешь? И все равно. Давай. Камушки свои уже бросай. Что ты?
Аллилуйя, ё-моё. Наконец-то. На, по языку. Еще раз давай. Нет, не захотел. Ну, бабуля это не хочет так быстро у нас. Да что-то, а почему? Очень часто. То есть, ну, ладно. Давай здесь будем стоять. Как ты себя поведешь? Вот тут, вот давай здесь. Вообще. Ну давай, вот эту вот, свою эту. Но! Наконец-то. Жизнь только все собрала у нас. Давай еще разок. И мы с одним орехом. Не дай бог, если сейчас проиграем. Опять начнем этого длинного босса валить. О, и уходим. Давай. Скидывай. Орехи это или что это такое? Камушки. Давай еще разок. Отлично. О, ну. Здесь уже. Спасибо. А то стреляла. Маэстро. Нормально. И жизнь. Все, нам жизнь дали, походу. Ладно. И раз. Нормально. Мы какие-то артефакты, короче, сами находим. Круто все-таки, что на этом, как бы, да, на новодельном коттедже япончика стоит. Там не русский, там перевод там какой-то, может быть, с кривенькими иногда, да. Нормальный образ установлен. Класс. Блин, надо спросить, где он ее заказывал. Если захотите, ребята, я вам... Если найду ссылку, если мне пришлет, я могу вам отписаться, где ее можно приобрести, если вам понравилось. И заметьте на... О, ты уровень. И заметьте, на старенькой приставке на Дэнди Джуниор прекрасно все работает. Есть, кстати, еще установлен этот, как его, Soul Brain. А мы все знаем, что, по-моему, какой-то там уровень, там, третий или четвертый, я не помню. Там, на боссе он будет постоянно повторяться. Надо проверить здесь. А вдруг здесь он нормально будет работать без повторов? Так это вообще будет просто пушечный просто картридж. Просто пушечный картридж. Ну что так долго-то вы там болтаете-то? Давайте. Так, мы выбираем, ну, давайте по порядку, бог с ним. Я не знаю, что тут. Что вы выбрали? О! Часы. Крутое время. Это у нас башня, часовня такая у нас. Очень такой нехилый уровень. Здесь надо нам проявить. Ну, давай, электрон. Здесь все еще так вот это. Скоренько, быстренько надо. Без этих тормозов. По возможности, и тогда вы быстро пройдете. Я, конечно, сам, насколько помню, сейчас буду проходить. Нормально. Босс здесь очень прикольный. Тут такой страус. С этими... Будет бросать нас с какими-то механизмами. Вот так вот мы не будем ждать никого. Ух! Как-то я проглядел. Ладно. Ну, глупенько. Глупенько. Thank you.
Ждать не будем. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, как мне говорили, Алексей, ты вечно торопишься, когда играешь в игры. Ну, кстати, есть такое, да. Я как-то вот люблю вот динамично все проходить по возможности. Не люблю ожидать, стоять. Мне всегда сложнее такие игры давались, нужно там искать момент, подловить этот момент. Я прям любил идти и прям набегу всех. Здесь что у нас? Идем. Так, орех будет здесь? А он нам не нужен вообще. Аккуратненько. Ювелирненько проскакиваем. А вот и босс! Ха-ха-ха-ха, страусяра. Крутой вообще. Очень крутой. Он может такую скорость отгнать. Но на нем померить можно при желании, кстати. Запросто. Профукайте момент, он у вас этот задавит нафиг своим колесиком этим. Еще скачет. Сейчас разгон будет. Че, не захотел загнаться? Вот, а понеслась. Нет. Че с тобой сегодня? Ты какой-то не быстрый. Ну что, будет разгон-то? Вы представляете, не захотел разгоняться человек. Но меня зато подловил. А вот разогнался! Я же говорю, крутой босс. Просто крутой. Просто не ожидаешь, что он... Он, во-первых, подловил меня сначала. Обманул меня, что пойдет вверх, а пошел вниз. А потом как дал жару. Опять меня здесь подловил. Вот никогда не знаешь, как. Потому что он может и... Видите? Он может вверх и вниз пойти, в общем. Понял. Вот разгон взял. Крутецкий. Ах ты, гусь! Честно, я думал, мы сейчас уже победим. Но... Да ты чё? Вы прикиньте, сколько раз в него надо было попасть. Да ты чё? А, все, победили. Крутой, да, босс? Вот. Пересчеты пошли. Крутяк. И еще одну жизнюшечку. Это жизнь или конт? Я понять не могу. Конты, наверное. Не помню. Ну ладно. И... Все, отбили. Так. Я не знаю, что это за уровень сейчас. Будем идти как идти. Будем идти как идти. О, здесь уровень будет на тележках. Такой ковбойский такой уровень. Музон вспомнил. Хей! Ну чисто такой, такой Техас такой какой-то.
Все, понеслась. Здесь, короче, здесь аккуратненько назад, по-моему. Я не помню, что здесь. Пропускаем. Пропускаем. Алексей! Ну как вот я так вот? Я забыл просто. Если уж быстренько. Момент. Назад. Быстренько. Все нормально, успели. Надо же. Быстро. Резко назад. Быстро. Назад. Да ё-моё, да что за... Что за бог вообще тут вообще играет? Правда. А орешек нам бы, пожалуйста, бы. Будьте так любезны. А то мы с одним. Можно орешечек нам? Не дают. Не дали. Мы на боссе... Вот этот... Босс, вот этот, я не знаю, кто это, кот, заяц, кто, кот, наверное. Он мне поминал, я всегда думал, что это гамбит. Он прямо, да, с картами, такой загадочный. Но вот, бывает долго его надо мочить, потому что он очень медленный. И он, ну, практически, можно сказать, рандомно кидает. Я стараюсь к нему подходить ближе, чтобы он кинул... Вот видите, не попал еще. Чтобы он кинул ближе. И тогда она упадет на землю. Но вы все равно рискуете. Вот, видите. А если вы встанете где-то очень далеко, то он может карту кинуть далеко, и она, ну, на земле не, может не оказаться. И вам, соответственно, нечем будет в него бросать. Давай. Давай. О, есть, поймали. Спустишься. Спускайся. А эти еще он может обмануть. Вроде кидаете в него вверх, а он раз в этот момент и вниз спускается. Такое тоже может быть. Ну, кидай. Тянет он эту волынку. Давай. Но. Вот эти гусь какой, а. Подлыть нас пытается. Бросай! Вот сюда. Что ты за человек тут такой? Ну бросай! Не в чем... Длинный ты. Босс. Занудный. Ну здесь надо, видите как... Перетерпеть. Кстати, вот в этих боссов, да, мы вот с вами вот заметили, что даже на том же... На том же... Там, страусе, что... Надо там раз в 10, наверное, в них попасть. Чтобы их победить. Давай, кидай! Кидай! А, будет ходить. Да что ты будешь делать-то? Кидай! Еще! Еще! Надо же. Кинул. Заманивает нас. Thank you.
давай. О. Спасибо. Ага, вот он момент, видите? Заманил, сам прыгнул вообще наверх. Давай сюда еще. Спасибо. Давай. Картишечку. О, спасибо. Ну, видите как? Немножко терпения. Как человек-пингвин говорил в Бэтмене. Немного скотча и терпения. И все. Так, ну конт нам, видимо, не дали. Ну ладно. Не больно-то и хотелось. Все. Так, сейчас уровень какой-то у нас этот будет. Вот этот вот. Да. Скай вроде музыку делал по этой игре. Добавлю, ребят. Один, кстати, момент будет очень такой непростой, с шарами, короче. Зеленые шарики будет, нужно будет... Вот здесь вот, по-моему. Нет, здесь. Да чё ты там? Ну, вот так с вами побежим просто здесь. Ас, ас, ас. Задержать нас хотел. А, здесь какой-то бонус. А, нет, не бонус. Что это такое? Вот эти машинки, помните, да, похожие были в первой части Чип и Дейлов, такие собаки. Здесь какой-то есть вот такой момент. О, жизнь взяли. Вот это попадос уже. А ты поедешь к нам? Повезло. Смотрите, как мы это лихо, да, у нас получилось. Так, босс, а что здесь за босс? А, действительно, крокодильчик этот, да, на бульдозере на этом. Ага, ага, тут нельзя. Тут, по-моему, я видел в интернете, есть моменты, где нужно кидать него вот здесь вот, между... Вот тут вот. А, в интернете есть моменты, где в него кидают наискосок. У меня наискосок не получается. Я всегда вот... И вот так. То есть нужно вот попасть в этот маленькое вот это вот окошечко и вот в нем... Ай! Заболтался. Еще раз даже. И в нем вот. Успеть бросить. Но хочу дать должное этому боссу, кажется, то, что не маринует, как кот с этими картами. То выпадут, то не выпадут. И почти всегда есть. Вон, смотрите. Хватай, да иди. Вот и все. Красота. Не сложно ведь. Давай. И... Ну вот, друзья, мы на последнем уровне. Да, кстати, вот, по-моему, вот эта музыка у Sky есть. Очень крутая. Да. Здесь финальный босс вообще крутецкий. Его еще надо смочь.
как говорится, победить. Там все в тайминге. Ой. В тайминг будет упираться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, давай. Вот, 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 с яйцами уже полетели. Все, печенюшечный уровень. Ой, здесь вот, конечно, вообще... Так, здесь, наверное, надо туда направо включить, по-моему, и по-быстренькому. Ай! Вот так надо. Орешечек можно у вас попросить где-нибудь? Орешечек дайте. Не будет орех? Спасибо, что не дали. Вот этот уровень, короче, здесь надо... Так вот, раз. Раскакивать. Ага. Но вот здесь вот самая вот беда. То есть здесь нужно еще успеть. Вот, все, успели. Успеть ящик переходить. А теперь смотрите, здесь написано. Здесь самый лучший момент. О, нам дали орех, по-моему. Здесь написано Danger. Опасность. Так, ну что ж, друзья, вот сейчас мы с вами попали на босса. А финальный босс у нас всегда кто? Толстопуз. Но здесь у нас не просто Толстопуз. У нас сегодня просто вот такой вот робопуз. Постараюсь его победить, я... У меня не всегда, сейчас он не спустится, да. Помню что-то. Не всегда у меня получалось, потому что здесь нужно... Он будет бросать бомбочки. Но здесь есть один лайфхак. Если будет бомба падать там, где он приземлится, то он сам все подорвет. А этого можно сделать. Вот и один. И только потом кидай. Вот я не успел. Эти не отсчитал. Давайте пробовать. О, посмотрите. Видите, как он упал. А бомба упала там, где он. Видите? И он сам себя подорвал. Это вот самое идеальное стечение обстоятельств вообще на этом боссе. Он сам себя подрывает. Но бывает и что и не везет. О, опять! Креста. А еще можно так? Вот я бы вот так вот всего босса был с удовольствием замочил. Конечно, фигушки. Один. И кидаем. Попали. Видите, здесь отсчет в секундах. 3 секунды дается. Если выкалывали. Давайте бомбочку сюда и он сюда. Класс. Игра мне просто сегодня... Алёша. Ой, кайфуй. А еще раз можно делать он? Нет, нельзя. Ладно.
два, один. Кидаем. Так, все, болтики полетели уже у нее. А так хорошо первые два раза было. Один. Кидаем. Ай! Блин, не успел припрыгнуть. Ой. Назад. Давай бомбочку под себя. Везушка. Пока нам везет. Давай еще раз бомбочку под себя, пожалуйста. Ну. Да! Класс. Ну все, все, улетай. Давай еще раз под себя. Давай сюда, 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 сюда. Ну сюда, да, так надо было, чтобы кот туда... Один. Ну круто, да, придумали, да? То есть, если в первой части у нас был пост толстопуз за столом, тут уже вот, вот такой робот. Один. Пуск. Вот и, друзья, мы с вами прошли две части подряд ЧП Дейлов. Красавцы. Интересно, смогу я напоследок взять две жизни? Вся фабрика разрушена. Толстопуз больше там что-то не промышляет, наверное. Город в безопасности. Вот и жик подлетел. О, да. Ну вот и все, дорогие мои друзья, вот мы с вами прошли две части ЧП Дейла на Денди. Честно, я с такой довольной улыбкой, потому что, ну, я действительно получил удовольствие, ну, реально, да. Хоть игры простые, да, но, ну, смотрите, сколько положительных эмоций она приносит. Это самое главное, это самое главное. Получать удовольствие. Что я могу сказать? Хочу сказать большое спасибо вам, дорогие подписчики. Спасибо вам за все. Все, что мы делаем это для вас. Опять же повторюсь, огромное спасибо Алексу Скай и Алексу Спейсу за их поддержку, музыку и оформление. Это все делают эти ребята. Мы крутая и самая лучшая команда. Там 100% говорю. Спасибо вам большое. Мария Фан, я выполнил то, что ты просила, да? Ты хотела ЧП Дейлов, мы сделали. Я надеюсь, что тебе тоже это понравилось. А вам, дорогие друзья, хочу сказать спасибо и вам всего доброго. Увидимся на следующей неделе. Я пока не знаю, что у нас будет на следующей неделе. Есть две версии. Они пока у нас продумываются. И на следующей неделе мы обязательно что-нибудь интересное запилим. Ну пока. Еще раз
Всем спасибо. С вами был Даниил Б. Всем пока. Пока.